Всем, блядям, привет! И всем проституткам ООН тоже. Передаю плавленный и логопедский привет. Вот, приехала я к Саше после сегодняшнего трудного дня. Кстати, день у меня не заладился, потому что я проспала. Я не пошла к зубному врачу, так что вы меня будете опять видеть без зуба. Ну и что, терпите меня, беззубую тварь. Терпите же. Ребята, я не попала к стоматологу, расстроилась, ну, собралась. И как оказывается, у нас отключили горячую воду. Это полная жопа. Здравствуй, Новый год. Потому что, как нормальный человек, может, да, без горячей воды. И я начала греть тазики, хуазики, мазики. Вот, нагрела, мне хватило только помыть голову свою, свои шикарные локоны фальшивые. Это, наверное, единственное, что у меня фальшиво, это мои волосы. А все остальное... Привет, мама. Кстати, мне сегодня написала мама сообщение, целую поэму, сочинение выдала. И сказала, что ей нравятся мои влоги, и что меня смотрит мой город. Я охренела. Если честно, ну, мне это приятно очень. Так вот, я сегодня ходила на депиляцию. Пришла на депиляцию, легла, разлеглась, рогатки свои расставила, позу звезды приняла, да, и жду прихода. Но, как оказывается, мне с каждым разом все легче и легче. Вам бы, конечно, интересно было бы, если бы я снимала реальные, да, дейлис логи, когда я иду с камерой, сама себя снимаю, все эти процессы. Но, извините, у меня нет камеры такой, такого качества, чтобы вам это нравилось, да. И я не умею сама себя еще снимать, потому что я криворучка. Но если у меня появится хорошая камера, поверьте, вам будет более интереснее, потому что, ну, вы будете все видеть, все процессы мои. А так, пока не сверьте мне на слова. А вечером мне надо еще ехать к косметологу. Но, ребята, что меня больше всего сегодня удивило, это когда я ехала в метро. Ну, я простая смертная, позволяю себе ездить в метро, а не на лимузине разъезжать, как многие думают. Меня удивило два человека, которые зашли со мной на одной станции. Они были немые. И они все показывали с помощью эмоций и мимикой. И у них так горели глаза. То есть, о чем я это все веду? Ребята, блядь. У вас есть две руки, две ноги, что там еще две? Два яичка у кого-то, да? У кого-то мозги. Люди, которые не имеют чего-то, более живые, более жизнерадостные, чем многие из вас, которые сидят только в интернете, не гуляют, ничего не делают. Я понимаю, что многие живут в селах, да, и там, где негде выйти никуда, ну, нечего смотреть. И ты, получается, твой мир — это интернет. Но, наверное, я хочу стать тем маяком для вас, да, чтобы вы начали двигаться, чтобы вы начали показывать свои таланты, потому что очень многие люди имеют большие таланты, да, но они боятся показать свою индивидуальность. И я хочу, чтобы вы не боялись этого и действовали, потому что, смотря на меня, у меня куча преград. У меня по жизни куча неприятностей. Это кажется, что у меня все хорошо и гладко. На самом деле у меня очень много барьеров и так далее. Но я живая, и я перед вами, и я не боюсь вам показывать себя, свою жизнь, да, потому что другой бы закрылся в комнате и всю жизнь так бы прожила. То есть, если ты любишь рисовать, рисуй так, что как никто рисует. Если ты любишь танцевать, идти на танцы и посрать, что тебе будут говорить другие люди, что ты там кривоножка, у тебя ни хрена не выходит, ты ничего не можешь. Ты можешь все, поверь. Если ты будешь делать то, что ты реально хочешь, и чем ты живешь, у тебя все получится. А я вас целую, люблю и иду к косметологу, чтобы быть еще красивее для вас. Ваша трансуха Анжела. До завтра.